жалко то, что не смогли довести дело до конца. Прекрасная команда была, да, и все верили, даже когда был счет 4-2 там, за 13 минут. На лавке никакой паники не было. Нам нужно было забить один гол, чтобы вернуться в игру. Да, но они просто-напросто засели в обороне четвером и не давали никаких моментов. А что сломалось при счете 2-1? Ничего не сломалось. Просто, опять же, если посмотреть, там два раза шайба была, сделал был проброс. Они поменяли два раза состав, и, ну, там, просто неудача, может так сказать, да, но с другой стороны, сейчас уже говорить об этом поздно. Сейчас канадцы часто задают вопрос, говорят, что вот Вебер и власть еще поспали против вашего звена, что он закрыл. Чувствовали, что это против Вебера вас? Ну, мы знали, это, мы знали то, что будет профессионал сыграть Вебер и власть, когда они... Васик хорошо катается, Вебер более такой силовой игрок. Вот, и в принципе, когда мы выходили на это, они сразу пытались выпустить звено Тейса. Я думаю, да, Тейс там, по-моему, Перри был. Ну, они играли против меня и Тарасенко, потому что у нас было 7-3 центральных. Более не то что агрессивно, а более как бы в защите. Есть ли объяснение, что большинство ноль по точке? Это только наши, наверное, игроков. Потому что мы на площадке, мы договариваемся, мы делаем. Вот. Опять же, с таким талантом, который у нас есть. Они даже, по-моему, ни одного броска мы не сделали хорошего. Только Мак, по-моему, бросил атаку. Мы даже в зоне не могли встать. Конечно, обидно, это чисто наша вина. Мы сами договариваемся, сами делаем. Наркус задавали этот вопрос тоже, вот я спрошу. То, что и Дон Черри постоянно критиковал тренерский штаб, сейчас Илья призвал, подключился, говорят, что наши тренеры были слабее канадцев гораздо. Скажи, как капитан, действительно так или нельзя ругать тренера? Ну, смысл там, допустим, тому же Бразгалу сейчас в этом говорить, да, как бы я его уважаю, но не надо лезть, говорится, на свое дело. Да. Дон Черри – это канадский специалист, он, понятное дело, будет, он не очень хорошо относится к русским игрокам, да, как все знают. Да. Но здесь, опять же, у каждого есть свое мнение, у каждого есть своя логика. У нас прекрасные тренеры, у нас прекрасный коллектив, и я не думаю, что нужно какие-то выводы и все скидывать на тренеров. Они говорят нам, как мы должны играть. Мы сами видели то, что везли 2-1, и потом что-то не получилось. А то, что говорят там по стороне лиги, вне команды, они же не знают, что происходит в команде, да? Вы же не знаете, что происходит в команде. Поэтому смысл это. Это со стороны, да, там, можно там говорить, рассуждать, а у нас в команде все нормально.